инновации врачам, медсестрам и санитаркам. Прошлым вечером из дворов и с балконов столицы несколько минут звучали аплодисменты в знак признательности тем, кто находится на передовой в борьбе с новым коронавирусом. Жильцы домов по улице Спрончуная на телецентре накануне очутились на импровизированном концерте исполнительницы народной музыки Валентины Волонтир. Люди в окнах начали подпевать артистке. Vrem să ne insuflăm încredere că noi suntem responsabili și stăm. Мы хотим, чтобы медики знали, что мы ответственны, полностью поддерживаем и ценим их самоотверженность. Iubim și prețuim această dedicație a lor. E foarte important pentru ei acum că lumea să stea să se. Для врачей очень важно, чтобы люди оставались по домам. Желаем им много сил и надеемся, что переживем это, потому что мы хорошие или по меньшей мере послушные. Ascultător, ce mai mare susținere ar fi să respectăm? Лучшая поддержка – это соблюдение новых правил, это облегчит их труд. Акции в поддержку врачей присоединились сотрудники Каушанской полиции. Они проаплодировали перед зданием районной больницы. Акция в знак признательности докторам зародилась в Италии. В Молдове инициативу подхватил портал agora.md, наш телеканал и многие другие неравнодушные граждане.